этот инструмент называется шило. Служит он для прошивки берестяных изделий. Изготовлен он также из капа, из очень твердого, то есть нароста березового. Вот здесь сам металл сделан из отвертки. В отвертке инструментальная сталь, и он очень довольно-таки крепкий. Выполняется им следующая работа. Знала, что собьюсь с пути, пропасть вброд не перейти. Крылья в помощь призову я.